Всем привет, с вами Фрост, а также нас дружелюбный Спуди, и мы продолжаем играть в Amazing Spider-Man 2. Ни в коем случае нельзя опаздывать на бал. Русские могут нанести удар в любой момент. Я тебе расскажу секрет. Русские у тебя за спиной, мы должны срочно успеть на разминирование бомбы. Так, какой автобус туда идет? Ладно, плевать на автобус. Мы сгоняем... Черт, она пропала! И мы опять обоссали себе репутацию. Ладно, тогда пойдем просто по сюжету. Такси! Такси! Мне с вами по пути. Погнали, давай. От псы. Человек-паук. Уху, Человек-паук, да, я уже здесь. Привет, Жиробас, я без охраны. Пс. Да куда ползти? Все, я прибыл, я на месте. Что вам от меня надо еще? Нельзя опаздывать на благотворительный бал. Потом я не опаздываю. Что вам от меня надо, урод, а? Как войти? Слышь? Он меня не пускает. Говорит, Лю рожи не вышел. О! Теперь пускает. Он просто не разглядел, слишком близко к нему подошел. Говорит, рожа. Рожа нормальная, только под маской не видно немножко. О! Красавчик сразу. Уитни! Спасибо, что пригласила. Эй, я понимаю. Колледж стоит денег. Хочешь срубить деньжат, снимая старых богатых уродов? Валяй, только ко мне лучше не подходи. Дай угадаю. Ты хочешь задать пару острых вопросов о спецгруппе? И это тоже. Минут через 10 меня отсюда выкинут. Эй, Гарри! Пит! Гарри! Мы твоего папашу со Спуди просто вот так вот. Мы не видели с тех пор, как были детьми. Но, по-моему, это место не для тебя. А ты что, не в курсе? Хроника. Я внештатный фотограф Бьюгла. Улыбку! Класс! Так, спасибо. Что ты здесь делаешь с этим Жиробас? Фиск очень серьезно подставляется. Как ты думаешь, зачем? Он вырос в бедном квартале. Он большой ему, может. Думаю, так он контролирует ситуацию. Дает отпор людям, которые мучили его в детстве. Но я его знаю. Он уже наверняка придумал, как на этом нажиться. Неужели копы спецгруппы не коррумпированы? Прям как ты, жирная свинья. Что копы в группе тоже продажные. Мое дело техника. Людей выбрал Фиск. Шеф полиции. Так они продажные, жирные свиньи. Шефу надо остановить волну преступности. Он не будет спорить с тем, кто готов ему помочь. Ну, тут ясно одно. Спецгруппа дает результат. Никто не полезет, пока все хорошо. Почему ты заработаешь, Жиробас? У меня вопрос. Это Фиск? О нем ходят нехорошие слухи. Нет, в жопу политкорректно. Я спросил, что ты делаешь с этим Жиробасом? У меня куча проблем. У меня нет времени разбираться с нападениями на Скорб. Ну и нашему имиджу это не помешает. Послушай меня. Слухи не врут. У Фиска есть кое-какие темные делишки. Да ладно. Но ты попробуй доказать. Пошел жопу. Джентльмены, прошу. Тык, тык. Ой. Ничего. Мне все равно пора. Меня ждут важные дела. Правильно сделал Спуди, он дело понимает. И меня. Так. Есть в нем что-то подозрительное. Прослежу за ним. Слышь, у тебя что-то подозрительное есть, говорят. Ты ничего об этом не скажешь мне? Слышь? Сейчас тебе сфоткаю. Ну все, ты напросился, хватит танцевать здесь, сволочь. Я тебя сейчас зафоткаю, сволочь, ну ты напросился. Иди сюда, петушок, кто-нибудь, ты не уйдешь. Все, ты попал. Ладно, теперь проследим за тем засранцем. Ладно, проследим дальше за этим засранцем. Пора надеть рабочий костюм. Да? Ладно. У-ху. Сядь на хвост официанту. Может, обойдемся без хвоста? Может, я так поднимусь? Звонка нет. Ку, да придется ладно тебе включить звонок. Воображение. Я. Фак я. О,
О, время исполнить свои силы. Для чего нас готовили? О! Может, как-нибудь перестанешь крутиться? Потом еще пойми, где у тебя низ, где у тебя верх. Письмецо прислали. Прошу, что вам нужно? От тебя? Ничего. Нужна только ваша форма официантов. Хотим подать Фиску особое блюдо. Моя форма нужна, слышь? Дробовик, да? Вот так вот. Тихо, тихо, не ссы, не ссы. Спасибо. Ой, ой, смотри, я нашел твое оружие, смотри, хочешь отдам дробовик? А, это ножик, ладно. Тем более не отдам, холодное оружие это против правил. Покажи себя в деле. Вот так вот, нравится? Вот так, вот так вот. Кого? Я не... Так стоять на месте! Мне нужна ваша форма! Я никого не отпускал. А теперь за работу. Ты почти все правильно понял, ладно. Что нам теперь делать? О, фарм! Вот это по-нашему. Это да. Совершенно кощерная идея. Так, и теперь куда? Где здесь журнал? А, у нас же новое сообщение. Сейчас глянем, что у нас тут есть. Сообщение. Фигня. О, нашли аудиокнижку. Ладно, тогда эту мы, пожалуй, послушаем. Ну, это больно. Но я жива. Мех и усы вроде не появились. И чувствую себя хорошо, как никогда не чувствовала. И я могу бросить вызов миру. Но ведь меня не волнует весь мир, правда? Что ж, паук, девочка должна сама о себе позаботиться. У тебя был шанс помочь мне. Но ты им не воспользовался. Сам виноват. А я уж постараюсь об этом не забыть. Сезам, откройся. Сезам не откроется. Перехожу к плану Б. Да, грубый паучьей силой. Вот так вот. От башкой своей тупой разбей. Ну или просто покрути эту хрень. Ку. Ну ку. Ну только что ж было. Ку. Чё тебе не нравится? Вот так бы сразу. Вот это поворот! Вот это дерзко! Ну, ку! Пёс. Ты можешь ближе это сделать? Чтобы я успел добежать, чёрт тебя подери, если ты рывок не делаешь. Пьяная ты обезьяна, а не паук. Псина ты вонючая, я заставлю тебя это открыть. Пошел, пошел, быстро, я рывок, вот так вот, блин, пес помойный, сразу не мог так сделать, а? То, что нужно. О, я беру, Харлей беру. Так, стоп, что-то можно было сделать, я. Нафига мне рывок? Так, где, о, ящик, Этот пункт можно вычеркнуть из списка. Паук, со мной ты обломаешься. Да? У-у-у! Откуда идет опасность? Не может быть! Ух ты, пес какой, а дерзкий! Ха-ха-ха! Пузиком не ушибся? Случайно пузиком не ошибся, слышь ты? А, черт! Нет, все, извиняюсь! Не ушибся, все! Прости, прощай, черт! Псина, ты помойная! На! А теперь огребай, время получать пинки под жопу! На! Так, да все, я понял. Это Нео, Матрица, Избранные и так далее, но тихо. Аккуратнее, аккуратнее. Хедшот, печ. Да ты, что ты как быстро оклемался-то, а? Да ладно, нафига вы быдло сюда выпустили? Зачем? Да тихо, что делать? ВСД, вот так вот. Не-не-не, ребятки, не-не-не, вот так вот, нифига себе. Ой-ой-ой-ой. Я тебя потряс. Это не фокус, а, чёрт! Шо с них жаробасов какие-то фекалии горючие, а? Да стой, не ему, ты что делаешь? Твоя маска меня не пугает. Меня тоже. Он своих долбит нормально вот так. Да, сумо, подходи! Жаробас, держи! Держи, бургер, любишь бигмаки? Сейчас это почти то же самое, только больно. Ну только теперь только... Да что ж ты будешь делать-то с тобой? Давай, у меня
враги посильнее. Ай! Черт! Нет! Жирный, ты что делаешь? Я у тебя печень съем. Да? Все, хорош, хорош, ты стриптизер, но нужно немножко. Нужно немножко передохнуть. Нет. Догони меня, если сможешь, а? Жирный, что? Калорий слишком много потеряешь? Давай, ну догони меня. Догони меня. Учи, какой толстый. Можешь меня догнать? Ай-яй-яй-яй, какой жирный. Ты уже потерял слишком много калорий. Ты сейчас как анорексичку упадешь просто без сознания. Я пока полечусь. Ты уж не обессудь, ладно? Ты умрешь. Да ладно тебе. Ай! Черт, твою налево! Я же не ожидал, что он опять меня какашками с вами кинет, а? Тихо, я все помню. Ты жирная свинья, которая хочет меня убить. Я это все помню, но, увы, сегодня не твой день, понимаешь, да? Сегодня у тебя будет болеть голова. Да не ссы ты, сейчас мы тебя успокоим. Голова прошла? Сейчас мы тебя... Вот так вот. Доктор Спуди знает, что делать в таких случаях. Прописан сосай. Больше в таких случаях ему ничего не поможет. Так, тихо, ребятки, просто придется вас сначала тогда отделать. Тихо. Ты че какой дерзкий? Я им понял, ты. Придумываю дерзкие фразы. Тихо. Полегче, ребятки. На. Останется в стороне, если я держи. Че ты там несешь? Я даже не успею понять, что он говорит. Щуплый, да? Вот так вот вашу котлетку отпинали. Да тихо. Полегче, ребятки. Что делать? На, чё ты там выпендриваешь? Вот так вот. Кажется, у меня есть будущее в этой профессии. Не, тебе показалось. Русич банда, а русич медведь где? А почему у них нет Красной площади, балалайки и водки? Что ж, почему нет? Это не русские. От русских. Нет, теперь нифига узнаю, не русские, нужно нифига спасти кого-нибудь от него. Че? Ладно. Опачки, сейчас что-то почитаем, сейчас нам что-нибудь расскажут. У каждого из нас есть своя фишка. Так говорил папа. Предложение, которое сделал этот парень, какой? Слишком соблазнительное, чтобы отказаться. Выбраться из тюрьмы, получить деньги и, самое главное, силу. Настоящую силу. Продажная. Как у Человека-паука. Наконец-то я буду играть по-крупному. Что там еще говорил папа? Что в мире есть победители и проигравшие. Папа, наконец, тебе дело говорил, не подставляй задницу, кому попало. И цена не важна. И я это сделаю. Дура. Не понял, правда, о чем она? Ну ладно. Да я уже воспроизвел запись. Ладно, мы не пойдем обратно. Да что переодеваться, что ли? Да нафига? Ну, опять... Подслушай гостей, ладно, так же быть. Никто не знает Фиска, как эти ребята. Надо ловить каждый звук. О, я вижу ящик. Нафига нам звуки, когда могу поймать ящик? Как можно устоять? Здравствуйте. Как можно устоять? Как дела? Пс, можно вас послушать. Конечно, до меня доходили слухи о Фиске. Но, если честно, кому удалось добиться такого успеха, не замарав руки? Пс, Нигер, тащи сюда с бокалы. Так, это типа я подслушал или типа что я сделал? Полиция должно быть доведена до отчаяния, если сотрудничает с Фиском и Оскором, учитывая их репутацию. Думаю, они бы и с графом Дракулой сотрудничали, будь в его силах остановить войну банд. Если уровень преступности не пойдет на спад, мужик, полетят головы. Ты что опять выпил? Ау! А я же Майкл! Почти, но он думает, по крайней мере он так думает. А, или он типа был неудержимый, замедленной походкой? Чего это странный, слышь? Лампочку не послушаем. Ящик, я вижу ящик. Беру. Оп. Я что-то не слышу, или вы тупые? Мне нужно вас подслушать, быстро разговаривайте. Они не понимают. Что ты пялишь? Говори давай! Говори, что ты о нем знаешь! Псы помойные. Улыбочка. О, нафига не знаю, но возможно... Так, не работаете! Чё, спалился? Всё, я видел, вы не работали нифига. Что это? Показалось. Но я все же подойду. Так, вас подслушать.
На, опять всех послушают. Дурацкое одно очередное дурацкое задание. Давай. Как называл себя этот безумец с роботами? Убийца пауков. Ну зачем же так? Что ж, пошлю цветы его вдове. Мы получим неплохие барыши, приводя в порядок город после разгрома. Это может означать неприемлемо высокие налоги. Тогда мы снизим прибыль, направив ее в некоммерческую организацию Институт Рейвенкрофт для душевнобольных преступников. Кроме налоговых льгот, наше сотрудничество с институтом может привести к интересным медицинским открытиям. Опять какая-то ненужная информация. Ну все, я подслушаю гостей. Да-да-да, я вас подслушаю. По-моему, они уже порой в говно, они даже разговаривать не могут. Как меня подслушивать-то, а? Ребятки, я вас подслушал или нет? Просто я не знаю. Вы мне сообщите, когда я вас подслушаю. Пока я буду вас бежать. Ну, хоть лучше, чем ничего. Это так называется подслушать гостей? А че я стоял около толпы, слушал какую-то хрень? Я знаю, это звучит банально, но... кажется, я вас где-то видел. Мы... знакомы? Судя по вашему костюмчику с распродажи, мы вряд ли люди одного круга. О, ясно. Пикап-мастер! Вы с детства едите золото и серебра, да? Нет-нет. Вкус к серебру... А, слышите, да, пошли, а? Пикап-мастер! Вот как надо, ё-моё, работать! Вы... Пикап-мастер хренов! Можете рассказать нам о Фиске? Он вертится возле пожилых богатых мужчин. А вы их отпугиваете. Пожилых богатых... Так что придется попрощаться. Мужчин? Найдите меня, когда съедете от любимой мамочки. О, простите, я некорректно задал вопрос. Он гомосексуалист? Я живу с тетей. Нет? Ну, было очень приятно. Нет, просто он жив. Меня зовут Питер. Ладно, все, не важно. Если запомните. Я Фелиция. Но... Какого... Ах ты шмар. Джаба. Джаба за хряк. Да, человек умеет эффектно войти. Прямо с такой фигурой, да кому там приспичило, блин? С такой фигурой эффектно эффектно не войдешь. Такой незамеченным не сможет просто не войти. Ладно, пойдем за дел. Блин, паркур если обломали. Жирный, сюда иди. Эй, отвали. Должен ли я сказать... А, слышь, пацан, ты чё хренёшь, Пойдём выйдем, слышь? Внизу. Ничего. Мне нравится смелость этого юноши. Никому не рассказывайте. Это сыграет на руку бандитам. Они хотят, чтобы люди боялись поддерживать мою борьбу с криминалом. Но если никто не узнает, им все сойдет с рук. И они снова... Уверяю вас, с рук им это не сойдет. В каком именно смысле? Руки. Спецгруппа до них доберется. Мы уже довольно давно собираем данные на эту организацию. Пока их никто не остановил. Ни полиция, ни Человек-паук. Не произносите это имя! Человек-паук. Он считает себя героем. Но это он допустил разгул преступности. Руки полиции всегда связаны с законом. А паучьи лапы нет. Если он до сих пор не остановил их, то он либо некомпетентен, либо ему просто плевать. Позволь задать мне... Да кто там пишет, то и налево! Забыл поставить, не беспокоить. Прорывается время людей, словесный понос, когда надо это самое. Ладно, плевать, я задам тебе свой вопрос. Сколько нужно фур гамбургеров, чтобы ты позавтракал? А? В чем ваш конфликт с пауком? Да я не это спросил! Одинаковые. Раз Человек-паук действует вне закона, он мог бы достигать результатов более эффективно.
Однако же ему достаточно ловить карманников. Он дилетант, спортсмен. Вы же еще спортсмен, что ли? Дети его любят. Я недавно запатентовал права на его образ. Вы что? Все, купил он тебя, все. Что насчет Карнаж-киллера? Спецгруппа ищет его? Наша цель – арестовать всех, кто нарушает закон. Испудить одного человека всегда найти труднее, чем целую группу бандитов. Уверен, то, что он убивает тех, кто вам не по душе, совсем не играет роли. Конечно, я не одобряю убийство. Скорблю ли я по его жертвам? Нет. Они пошли ко мне на котлетки. Хорошие котлетки. Собираете данные, да? Нашли что-нибудь интересное? Русские весьма умные. Вот это палец. Работают в ячейках. Нифига себе. Каждая почти ничего не знает о других. Когда одну группу берут, это редко ведет к новым арестам. Но ведь кто-то ими командует. Да, у них есть оперативный центр. Очень немногие знают, где он. Найти его очень непросто. Шел нафиг. Эта война последняя для всех гангстеров. Чем больше они наглеют, тем труднее им прятаться. Стоп, вы хотите сказать, что русские сейчас ввозят оружие в город? Не говорите за меня, юноша. Я просто спонсор. Бороться с бандитами я доверил профессионалам. Простите. Мне надо собирать средства. Мне нужно пожрать. Да, а мне надо тоже кое-чем заняться. Например, пожрать. Ух ты, нифига себе, стены смогла его выдержать. Ну ладно, мы пойдем тогда займемся чем-нибудь другим. Как? А, мне не тебя, извини. Я перепутал тебя с туалетом, уж извини. Мемкин агентом зачистки. В Аскорб произошел несчастный случай. Макс Дилан, работник низшего звена из техотдела, нарушил правила безопасности и был поражен электрическим током. А, тот самый черный. Чтобы освободить семью бедного парня и компанию от неловкой ситуации, сотрите из базы данных все упоминания о мистере Дилане и его работе. А, гребаный. Утилизация останков должна выполняться в режиме секретности. Ну ладно, ладно, давайте сгоняем еще на какое-нибудь уличное преступление и закончим. Да все, хорош! Хорош, срам, жуй паутину, собака. Вот так вот. Ибо нет, на меня тут нападать, гады всякие. Во, что-то... Гонка. Давайте. Давайте испытаем. Сейчас мы вам с жоп надерем. Еще один патруль. Че потом убирать за мной? Ты, слышь, дворник, я сейчас тебе жоп надеру. Еще не так будешь убирать. Так, это что за фигня? Это реально гонка? Ладно, давайте все же попробуем. Возможно, это кошерное задание. Начать гонку. Возможно. Нужно действовать быстро. Да! А, нифига себе, это еще мне придется гонять. Я думал, погоня за преступник как. Что, все? Это все тупо жать Е и попадать в кружки. Да, нет, стой, нет, нифига. Нифига, что ты делаешь, вонючий? Чертов засранец, что творит? Я так просру всю гонку, чертову твою. Вот извращенец. Кэш, отлично. Хорошо идем. Да. Глупое задание. Молодец, поздравляю. Победа. Опа. Я вижу что-то. Хватай. Вот это по-нашему. Это да. А теперь давайте все-таки сгоняем на какое-нибудь уличное задание. Нормально. Спасай граждан. Да ну нафиг этих граждан. Ну ладно, давайте спасем граждан. Ладно, раз уж мы рядом, тогда давайте мы спасем этих чертовых граждан. Просто нравится демонстрировать власть. О! Нафига не разбрасывают свои аудиозаписи везде подряд? Черту извращаться. Да все, я бегу, я здесь уже. Вот, граждане. Я здесь, я прибыл. Самому мне не выбраться! Человек-паук, помогите мне! Да ладно тебе, у тебя там все равно уже все кости раздробило, там уже мука у тебя, а не кость, если тебе это реально упало. О, опять изнасилование мышки. А нет, не надо. Долго я не выдержу.
прикинь. Ты логичен, как всегда. Постарайся меня не задушить, ладно? В больничку! У-у-у! По всем пробкам! Паркур! Паркур! Тебя когда-нибудь катали по стенам? Да, блин. О, у-у-у! Давай, башкой об стену. Лучшее лекарство это об стену обоцамываться. Вот так вот. Вот так вот. Ладно, так уж и быть. Так уж и быть, мы нормально с тобой полетим. Чё паучок там рассчитывает? Чё он там рассчитывает? Слышь, Спуди, он чё-то на тебя бочку катит. Чё сказал? Чё тебе надо? Я занят. Видишь, я занят. Больничка. У-ху! Мордой об пол. Шикарно. Так, доктор, это не ты случайно из Outlast-то, нет? То похоже. Наконец-то хоть за мной патрульник будет гоняться. Слова потрясённой жертвы преступления. Так, я вроде мужика спасал, нет? Не знаю, чем бы всё закончилось. Я вроде мужика спасал, нет? Героический поступок, Эвелла. Что вы знаете о Человеке-пауке? Не могу добиться прямого ответа. Что я о нем знаю? Ну, вроде бы Человек-паук... Ну, как бы я... Я он! Я всё о нем знаю! Карманник? Да! С ума сойти, давайте... Я слышала о Человеке-пауке много хорошего и много плохого. Че? Смотри, куда прёшь. А ты сволочь. Мужик, паркур, паркур, мужик, паркур. Чё, невежливо? Это паркур. Что, газетку потерял? Или просто задница зачесалась, решил потереть газеткой? Фартануло мужику. Вот чертов автобус. Ладно, это мы со Спуди с вами прощаться. С вами был Фрост, а также Спуди. И, честно говоря, нас... Меня и его огорчает, что под видео набирается менее чем 20 тысяч лайков. Все, мы просрали задание, за нами снова будут гоняться. Это печально, придется будет не на запись, наверное, я пройду, чтобы у меня была положительная карма. Но это будем прощаться, не забывайте ставить лайки, а то Спуди совсем осерчает на нас. А также писать свои комментарии. Всем удачи и всем пока. Пиццу перед тем, как натянуть маску.